Приветствую всех на моем канале. С вами Светуш. Сегодня у нас видео не по теме моего канала. Несколько дней назад мы с нашей красоткой Грейси приняли участие в клубной выставке терьеров. Многие из моих подписчиков уже знакомы с ней по предыдущим видео. Грейси – девочка мягкошерстного пшеничного ирландского терьера. Ей год и 4 месяца, поэтому она участвовала в категории юниоров. Выставка была вдали от Аль-Кармель, это возле Хайфы, в зале школы Орд. Чтобы подготовить Грейси к выставке, мы несколько раз возили ее на тренировки с хендлером Настей. Она же и вела Грейси на выставке. По возможности я подписала породы собак, сейчас выступают на ринге бультерьеры. С Настей наша Грейси очень подружилась. Она вообще дружелюбная к людям и к собакам, но из-за того, что было большое скопление людей и собак, она очень пугалась и пыталась сбежать с зала, а потом из ринга. За день до выставки мы возили Грейси к грумеру, говоря человеческим языком, в салон красоты, где ее помыли, сделали фен, начесали, надушили, даже почистили ей зубки. Поэтому перед судьями она предстала во всей своей собачьей красе. Ей немного снизили оценку за трусливое поведение, за то, что она поджимала хвост, но за красоту и экстерьер поставили very good. Сейчас на ринге мои любимые эрдель-терьеры. Из-за того, что мы приехали поздно, они уже заканчивали выступать, и у меня получилось совсем короткое видео с ними. Ну, посмотрите, какие красавчики. Эрдель-терьеров было много. В отличие от наших пшеничек, ирландских терьеров, которых было всего две. Наша Грейси и ее родная сестричка. Потом на ринге вы их увидите. Из-за того, что мы приехали поздно, а после выступления почти сразу нам пришлось уехать, из-за того, что Грейси нервничала, и все время пыталась сбежать, и было тяжело вообще одновременно держать ее и фотографировать, поэтому сняли мы мало. На втором ринге выступали большие собаки, доги, но в них я не очень разбираюсь, они попали немного в кадр, но я их не подписывала. Это такие прелестные белые пушистики, Вестхайдлер Лайт Терьер, их я прямо с таким наслаждением снимала. Вот грумеры готовят их к выступлению. Как говорится, последний штрих перед выступлением. А это главный красавчик среди фокстерьеров, победитель. Он получил кубок, где-то у меня будет на видео. Это пшеничка, сестричка нашей Грейси, я забыла, как ее зовут. Грейси с Настей и ее сестричка со своим хозяином вышли на ринг. Можете полюбоваться на них. Это судья, которая пытается посмотреть и оценить собачек. В конце видео еще будет слайд-шоу из фотографий, которые сделал мой муж. Так что не отключайтесь. В конце увидите еще красивые портреты нескольких собачек.
не удержалась, еще немного поснимала эти мягкие игрушки, вайт-терьеры. Красавчик Фокстерьер готов к выступлению и получению кубка. Вот этот волнующий момент. Опа. Ну... Какой красавец. И умница стоит так гордо, задрав хвост. А эти чудики, керн-терьеры, сидят в клетке, ждут своего выступления. Вот, их осталось трое, одного уже забрали. Наверное, наводить красоту перед выходом. А тут в кадр попал дог с соседнего ринга. Очень смешно было смотреть, как эта большая, мощная собака поджимает хвост и пятится от судьи, не дает заглянуть в пасть. Включаю вам немного музыки под слайд-шоу, чтобы было веселее.